танцевальном зале идет репетиция. Ребята сосредоточены и ловят каждое указание тренера. Сегодня очень ответственное выступление. И только для одного зрителя – Васи Мотовилова. Всю свою детскую позитивную энергию ребята решили направить на одно благое дело – помощь в выздоровлении ребенка. Инициаторами этой акции «Танец для Васи» стали родители. Объяснили очень мягко, что это временные неприятности у ребенка, и мы будем надеяться, что он скоро выздоровеет. И для того, чтобы он быстрее выздоровел, мы можем ему помочь. И, конечно, они, да, откликнулись. Ребята прониклись и с полной самоотдачей начали работать в зале. Конечно, они полностью не могут осознать, что именно случилось с Васей, но готовы помогать так, как могут. Помочь мальчику, потому что он наверняка болеет. И как вы можете помочь? Ну, развеселим его своим танцем. Человек чуть-чуть не чувствует боль. Он же веселый чуть-чуть. Ну, если мы будем хорошо танцевать, он ему поможет. Хорошо танцевать ребят учит Маргарита, педагог-хореограф. Строгая, но справедливая. Детишки очень позитивные, очень веселые, добрые. И я очень люблю эту группу. Они классные, нереальные. Вот. И когда я им сказала, что надо будет поддержать, они с удовольствием согласились. Ребята снова и снова оттачивали движение. Уставшие, мокрые от тяжелой работы, они все же продолжали улыбаться и двигаться в одном ритме. И сегодня этот ритм не только музыкальный, но и сердечный. Вася, этот танец для тебя. Екатерина Чернышова и я, Адамия, Видное ТВ.